дальше куда? Мы не за вами, не по дороге, мы вообще через Собер выскочили. Вообще дальше куда? Скажи, что, когда виски ставишь? Если виски ставишь, можешь бухать, правильно? Можешь, можешь ставить хули. Красавчик, Вася, золотые твои слова. Юрий Венедиктович, блядь. На это чуть-чуть. Я сейчас на вискарь попаду. Не хочу. Саня, иди по колее. Давай, давай. Мастер, рискуя вискарем, все-таки принял решение двигаться вперед. Это волевое решение. Попадос на 2000 рублей. На бутылку виски Джемисон литр. Давай, давай, Сашенька, переворачивай. А нет, чуть-чуть осталось, и мы бухаем на халяву. Халява. Нет, нету халявы. Нет, нет, нету. Саня, иди по колее, по вот это. Саня, царь, человек. Не сдается до последнего. Нет, не хочет, но давай. Охуя, вот виски. Нормальная дорога. Саня, езжай по вот этой колее. Теперь так и буду делать. Ну, посмотрим теперь, как он будет делать. Да, асфальт. Александр Мастер не сдается. Ни в какую. Не хочет надавать уклоном.
чистый профи, чистой воды профессионал. Как бы тут спуститься, чтобы не наебнуться, блядь. Эп-па-па! Сейчас давай, пробуй, тебе не получится, приду. Опа! Еще ты, блядь! Ай, блядь, вот шум! Еще на! Из меня делали, блядь! Вася, заедешь загнать, скажи? Назад! Заедешь? Че такое? Иди пусть на ровном месте. Сера, ну просто я на блядке приехал. Еще раз, не падай. Кто-то, блядь, лайт обещал нам, а? Ну что, блядь, лайт? Кто же вы тут, Калинин, блядь? А это пиздец. Это просто капец. Все, нормально, в колею и пошел. Газку. Отличненько. Аккуратненько. Где?
Нижний шар? Зато место или верхний шар? Тенечек зато. Да, охуительное место. Серый, ты выбрал. Хорошее место, да? Да, вообще пизда. Скажи, тут у Серого поломка на час. У Серого бутылка виски. И у Гены еще одна. Сюда едет, сюда. Ну, конечно, при шарово колесо пусть на погоде. Пусть сюда едут и будут бухать здесь. Сюда пусть едет. Что мы делаем? Шары заплюхать можно шаровое и ехать дальше. Ремонтируем шаровое или что, или вытаскиваем его отсюда. Ну, блядь, бросаем здесь нахуй и едем. Да ремонтируем, конечно. Конечно. Поджигаем. Не знаю. Давно на север не едем. Не, нихуя не делаем. Не делаем? А Лусева там надо продавать, блин. Зачем там делать объездную? Тарасовские не продавали, им похуй, рынка не было. Тебе не жарко? Да, нормально. Кладку сделаю. Дураков нет, блядь. Нет, я в порядке. Вася, скажи, вот что ты думаешь о конусе? Бля, высшая тема. Инструмент, инструмент ебучий, блядь. Я думал, медведь ползет, ебаный, блядь. Подкрадывается, блядь. По-пластунски подходит. Медведиха. Ребята уже будут большие, но медведица все равно всех раздерет. Все равно, да, она отъебет. А если я под квадр залезу? Она не подойдет. Вот там и выебет тебя. Ты же залезешь с какой-то стороны, жопа будет торчать. Вот и узнаешь, для чего нужен конус. Это агентство, да? Да я не знаю, он это для чего. Это же как этот, как массажер. Видел, да? Это первый чемпион. А, вторые уже все плохо. А ты не был на праздник? Подожди, был ты у меня на праздник. Hello, Толи! Стас. А на гиру? Твои, без гаек. We'll be right back.
ящички. Нихуя они не дают, я блядь. Тобой... Ты видишь, что творится, блядь? А, шарабик устрелял. Не-не, у нас вискарь есть. Он всех снимает, блядь. Сюда иди, да? Походу, вы еще запчасти должны будете ему. Да-да-да, компромат на всех найдется. У нас настолько дружный коллектив, что нахуй никто никого не посылает. Почти. Ну-ка, еще раз это скажи, очень дружный коллектив у нас. И со второго поселка есть. Вася, еще раз скажи. Вася, еще раз повтори, пожалуйста, с самого начала. Я говорю, у нас самый очень дружный коллектив. Никто никого нахуй просто так не пошлет. Вот чисто, вот просто не пошлет. А вот так по делам пошлем нахуй. Тут разные есть. И северный массив жилой, блядь. Пожмаш-маш. И второй, блядь, Орджоникидзе, блядь. Почему второй? Потому что первый всегда первый не там. Потом западный есть, блядь. Что у нас еще есть? Все есть, блядь. Есть все. Водка есть, колбаса есть, огурцы есть, блядь. Это ебучая голова. Мясо есть, вон целый этот судочек. Пиздец, блядь. Че, а кто везет его? Блядь, я везу. Сука, зажаривается. Да.